қор енді индустриялық инновациялық бағдарламаның негізгі операторларының бірі болып табылады. Қазір біздің қарауымызда 100 шақты жоба бар. Ол жобалар 81 миллиард ақш долларын құюды талап етеді. Жаңағы инвестициялық картада ең маңызды, ең стратегиялық жобалар енгізілген. Сол жобалардың 27 жобасы біздің қорға тиесілі. Осы жобаларды іске асырған кезде құрылыс уақытысында 58 мыңнан астам жұмыс орны құрылса, құрылыс біткеннен кейін 20 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны пайда болады. Ну, в целом, если говорить, вот, мы достаточно активное участие принимаем в реализации ГБФИР. В принципе, это для фонда самого очень важно, синергия, фонд через эти проекты сам растет. Вы знаете, что в рамках вот этих 27 проектов, которые в карте реиндустриализации, на сегодняшний день 10 из них уже завершено. И сейчас действительно для нас самый важный вопрос – выход их на проектную мощность. Ну, такие проекты, как Мойнаск ГЭС, схема выдачи мощности от этой ГЭС, железнодорожные проекты по производству грузовых вагонов, пассажирских вагонов, электровозы, тепловозы, две дороги. Они все, в принципе, нет сомнений, что они выйдут на проектную мощность. В этом году мы будем вводить... Ну, до этого, в принципе, фонд реализовывал проекты, которые ну, от 100 до 500 миллионов долларов объем. Сейчас уже приходит этап, когда мы многомиллиардные проекты должны вводить. В этом году у нас есть комплекс по производству ароматических углеводородов в Атравском НПЗ. Часть Бенио-Базоя, именно Базой-Чимкент, будет вводиться в этом году. Есть афинажный завод, 12 трансформаторных подстанций, мы как один проект их рассматриваем. Есть новые проекты, которые в рамках Самрук Энерго, крупнейшие проекты модернизации Кибаслужского куста. На самом деле это ввод новых мощностей. Это очень важный проект, практически удваивает мощности Кибаслужских станций. Поскольку это модернизация, мы несколько не обращали внимания на это. На самом деле это новые проекты, можно считать. Значит, у Самрук Энерго сейчас большой акцент делается на возобновляемые источники энергии. Есть такие проекты, как Кербулакская ГЭС, ветрогенерация на Вейерментау, в Шелеке, солнечные станции. Так что эти проекты тоже мы рассматриваем и хотим через эти проекты, чтобы Самрук Энерго вырос в национального оператора. Крупнейший игрок на рынке генерации электроэнергии и угля. Фактически наше видение, чтобы он занимал больше 50% на этом рынке. И это будет солидный игрок, который может конкурировать вот в рамках таможенного союза с крупными компаниями наших соседей. Химия, сейчас Асет Ильинтович очень хорошо рассказал, это фактически новая отрасль. Мы в этом году начали реализацию проекта Тарасского химического парка. Там 4 новых завода, которые в части удобрений. Вот мы с Министерством экологии Нурлан Джамбулович говорили, это наш ресурс стратегический по удобрениям. Это не паханное поле вообще. Огромный ресурс. Если мы будем развивать эту отрасль, мы там даже невооруженным глазом видно, что это огромное преимущество наше. Вот с другой стороны, наши проекты, конечно, должны быть такими, чтобы не мешать развиваться частному бизнесу. Мы должны идти в такие проекты, где частный бизнес, ну, в целу просто потенциала, в целу, там, может быть, мало рентабельности, не заходит. Вот Атравский химический парк. Мы будем производить полиэтилен, полипропилен. Это базовые продукты, вокруг которых может быть сотни мелких частных компаний, которые будут производить там, начиная от пакетов, кончая до корпусов там, мониторов, компьютеров и так далее. Вот. Следующее наше направление, это, конечно, горнорудная промышленность. Вместе с вами, Сергей, под вашим значит, руководством сейчас разработана программа. Наконец мы распределились по ответственности с Минтом. Значит, определили. Да. Я вот сам хотел предложить Асету Ильинтовичу возглавить совет директоров этой компании и вместе нам поднять эту компанию. Сейчас есть уникальный шанс
его очень быстро превратить в национального чемпиона. Мы знаем, как это. У нас есть очень хорошее видение. Из этих месторождений, которые переданы в Талкен-Самрук, мы 5 месторождений уже в этом году начнем разведку. Это Тыюк, это, значит, медные месторождения, Спасское, потом вот Алайгыр есть, месторождение Жақсылык. Вот туда мы уже в этом году будем вкладывать деньги на разведку. Конечно, разведка займет определенное время. Нам, конечно, быстро надо найти и начать добычные проекты. Хотя бы 1-2 добычных проекта. Мы сейчас работаем. Я думаю, если Алексей Турентович придет в совет директоров, мы сможем быстро это дело продвинуть. Направление девелопмент, девелоперский бизнес, вот, строительство. Опять же, мы не хотим занимать нишу, где у нас частные компании. Мы хотим именно создавать зоны, СЭЗы или индустриальные парки, инфраструктура, создание условий, подвод коммуникации и, значит, подготовка площадки за нами. А само строительство там здания мы с удовольствием готовы отдавать частному бизнесу. Вот этот зеленый квартал мы взяли сейчас, Кэкспо 2017. Вот энергетический хаб мы возобновляем, опять возрождаем этот проект в Ахтал. И если частные компании готовы участвовать в этих проектах, у нас, как говорится, открытые двери. Мы с удовольствием им готовы отдать. Проекты мы доводим от идеи до, значит, проекта, проектно-сметной документации мы готовы доводить и предоставлять готовую площадку для частного бизнеса. Поэтому я думаю, очень важно, что Самрук-Казна и министерство сейчас вот в таком тесном контакте мы работаем по реализации ГПФИР. И это синергия, например. Реализовывая проекты, сам Самрук преобразуется. У нас есть, если посмотреть на структуру Самрука, то есть стабильные компании уже, которые и так лидируют в своих отраслях. Там нормально все идет. Единственная задача наша через советы директоров корпоративное управление внедрять в этих компаниях. Значит, способствует сокращению затрат, избавлению от непрофильного бизнеса и смотреть за проектами, чтобы проекты были не ниже определенного уровня рентабельности. А вот эти новые компании нам придется в ручном, так сказать, режиме более активно этим заниматься. Я хотел бы поддержать Хайрат Нематович относительно таможенного союза. Я думаю, следующий этап КПФИР, он все-таки должен быть более осознанный, более сфокусированный и как бы вот и ориентированный на, да, рынке. Вот, например, таможенный союз. Вот раньше у нас была какая практика? Мы объявляли условия и ждали инициативы от частного бизнеса. Какой проект придет, смотрели более-менее нормально и включали там карту или программу. Ну, нет такого потенциала нашего. Поэтому сейчас, я думаю, надо с нашей стороны движение делать. Вот взять, допустим, линейка вот торговли. Ну, в общем и целом, это 11 тысяч позиций. Если ТНВ взять, 11 тысяч позиций. Ну, из них, конечно, там, может быть, 1 тысяча, может быть, такая более-менее значимая для нас. Из них тоже, вот, есть традиционные наши отрасли, где мы никогда никому ничего не уступали и не будем уступать. Это там, допустим, там, фосфор, что-то такое, которое традиционное, значит. Их тоже только. А вот есть там, где есть у нас потенциал в связи с открытием рынка. Вот машиностроение, химия, вот какие-то вот смежные такие отрасли. Вот туда надо фокусировать ГПФИР и осознанно ориентировать. Вот такого рода проекты мы будем именно поддерживать. Их прям поштучно. И распределит ответственность, я считаю. Акимы, если это более мелкий проект, и ресурсы, поддержка, и барьеры, они зависят от действий местных органов, это акимы должны отвечать. Если национальные компании, то надо национальным компаниям тоже дать. Есть частный бизнес, где может частный бизнес, у нас же, ну, понятно, частный бизнес, и правительство. Мне кажется, вот так вот, если разложить, более целенаправленное КПФИР, нам, мне кажется, это сейчас было бы как раз правильно делать. Спасибо.